Сегодня приготовим классический бисквит из трех ингредиентов, не считая соли. И начинаю я с того, что включаю духовку и разогреваю ее до 170 градусов. 5 яиц первой категории, общим весом 250 граммов, ну может быть плюс-минус 2-3 грамма, это роли не играет, я отправляю в чашу миксера. Сразу же можно добавить сахар 180 граммов и щепотку соли. И взбиваем до очень пышной, почти белой массы. Сколько взбивать, все зависит от мощности миксера или блендера. Вот такая масса должна получиться. И теперь в нее нам нужно аккуратно вмешать муку. И вот так аккуратно лопаткой в несколько приемов вмешиваем муку. Тесто готово. В качестве формы я взяла разъемное кольцо, установила диаметр 21 сантиметр, дно сделала из двойного слоя фольги и еще кладу пергаментную бумагу. Выливаем тесто. Тесто ставим в духовку, разогретую до 170 градусов, плюс-минус 40 минут. Смотрим каждый на свою духовку. Первые 20 минут не открываем, а затем проверяем готовность именно в середине бисквита деревянной шпажкой. Бисквит готов. Сейчас форма немного остынет, я его извлеку из нее и оставлю на решетке до полного остывания. И остывает он у меня на боку. Вот такой классический бисквит у нас получился и всего лишь из трех ингредиентов. Высота 6 сантиметров, при диаметре формы 21 сантиметр. Легкий, пушистый. Использовать его можно как универсальную основу для любого торта. Только прежде нужно его завернуть в пленку пищевую и убрать в холодильник не менее чем на 4 часа, так будет легче его разрезать. Ну а если в тесто добавить яблоки, то мы получим нашу любимую шарлотку.